Ну, вы знаете, как часто недоброжелатели, те, которые вообще протестуют против задействования животных в цирке, говорят, что вы их там спаиваете или чем-то колите, или чем-то оглушаете. Вот я вижу, что зверь-то такой подвижный, так скажем, ничем не оглушенный. А в принципе, когда вы вот приводите на съемки зверей, вы как-то вот готовите их? Ну вот можно я честно скажу? Вот да, мы, наверное, хотелось. Прежде всего с Викой решили привести медведя, дабы наши разговоры уже ни до чего не доходят. Все равно зрителю надо увидеть это. Ну вот перед вами медведь 5 месяцев, живой. Его полчаса, неугомонный, да, полчаса да, видела вся студия, как он тут пытался и стулья двигать, еще что-то. Что сказать, что это там наколотое животное, ну, было бы крайне несправедливо. И не целовался бы он так, если бы с ним плохо обращался. Да, если бы он к 5 месяцам чувствовал бы жестокость со стороны человека, наверное, он бы по-другому бы и зашуганный, и забитый. И Вику, вот как свою хозяйку, все-таки бы вот так вот не обнимал, не целовал. Поэтому это все, наверное, стереотипы, которые прививаются теми людьми, которые, первое, искренне не любят цирк, второе, которые не имеют других аргументов, как говорит сам дурак. Поэтому начинают придумывать, начинают нести всякую ерунду. Ну, наверное, надо все-таки наглядно доказывать людям, что цирк, он давно уже мутировал. Хотя надо признать, что среди, наверное, дрессировщиков есть непрофессионалы, есть такие же неправильные люди, как неправильные родители, которые лупят своих детей дома или там, которые в школах обижают учителей, там, пользуясь своей какой-то силой. Вот и все. С этим надо бороться. С этим надо очень сильно бороться. Но обобщать, говорить, что по-другому животное воспитать нельзя, что его надо бить, наказывать, там, я не знаю, колоть, закармливать какой-нибудь отравой. Это неправда. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».